О, всем привет, с вами Тева на канале Tia Games. Мы продолжаем проходить Need for Speed Heat. Блин, что-то захотелось наконец-то его дальше записать, потому что как бы через год выходит уже новая часть в 2023. И, блин, вот на красивых видах предлагаю и продолжить. NFS Heat, посмотреть, что здесь дальше вообще происходит. У нас новая машина открылась. Давайте посмотрим, что здесь такое. Я видел в описании, что у нее уже 460 сил в этой модификации и потенциал до 1200 с лишним. Так что очень даже внушительно. Так, давай установим то, что доступно. Сделаем уже сразу по максимуму. Денег куры не клюют. Блин. Сейчас будем королями улиц Palm City. Ё-моё. Так, тут надо все, да? Или... Ну, давай самый высокий. Турбочарджер. Оп. Так, это что дает? On road suspension, так. Race. А нам надо какой? Speed. Давай прижимать очень сильно не будем, потому что... Вот, раллийная. Потому что придется гонять везде. По 100 раз тачки я настраивать не люблю. Так, это вообще ничего не добавляет, так что оставим в покое. Да, риф-то у нас обычный, да? Так, предлагаю поставить что-то дрифтовое и поехать попробовать дрифт на самом деле. Экип. Поехать наконец-то попробовать дрифт. Пока желание такое есть, блин, дрифт здесь странный. В отличие от NFS 15. Я к нему здесь до сих пор не привык. 7. А, это смотри, это. 7 скоростей переключения, прикольно. Пускай, ладно, пускай. Рейс, фрод, так. Так, можешь что-нибудь дрифт только? Ой, охрененно. Почти 300. Жесть. Так, что тут по... Ну да, чуть-чуть опустит буквально. 286, да, самая высокая, я вижу. Рифтовая. Ну давай, давай, давай. Нам надо в дрифт, так что давай в дрифт. Посмотрим. Посмотрим, как это повлияет на... Наконец. Так, ап, кстати, я скачал. Посмотрите, что здесь такое. Что это дает? Так, ладно, потом посмотрю, что сейчас влом. Так. Все, погнали. Погнали доминировать дрифталыч. Посмотрим. Вообще не помню, что там было по сюжету. Ну, что осталось. Помню только, что у Анны отобрали тачку. Блин, смотри, как стартует. Meet you there when you're ready. Where are you going? I want to find out anything I can on Taurus. We need to know who we're dealing with here. Так, я тут включил онлайн игру, и тут ездят всякие онлайновые игроки. Это на всякий случай предупреждаю. Если можно с ними взаимодействовать, надо будет поп... Не, смотри, все-таки дрифт. Да. Хорошо, хорошо. Я просто выкатывался тут, пробовал немножко ее. Изменения есть. В лучшую сторону поехали на этого чувака. Зеленого. Очень жалко, что здесь нельзя поставить субтитры, например, русские. Было бы наоборот очень кстати.
потому что озвучка, например, тебе бывает не нравится, но ты оставляешь субтитры. Здесь такого сделать нельзя. Русские субтитры именно. По крайней мере, я не нашел. О. Сейчас починимся, а то, блин, новой машине. Не смотри, вообще какого-то урона никакого, да? Что-то как-то она медленная, для меня кажется. Что-то медленное. Давай на 300. На 3 сотни. Но я думал, там можно проехать дальше. Это был краш-тест. Пройден идеально. Не люблю, конечно. Так, что-то долго до него ехать. Сейчас попробую все-таки переместиться. Не, кажется, валить она будет. Все-таки. Так. А, значит, мэп на М, как обычно. Так. Что тут, кстати, надо по 220? Я, кстати, челленджи-то не выбрал, я забыл о них вообще. Так, ты дневной, ночной, непонятно. О, так, куда я могу переместиться, реально? Fast travel. Ну, типа, сюда я могу fast travel сделать. Мы не так уж и далеко, но все равно пускай будет. Так, назад едем. Какой-то ливень полил. Прям. Так. Я, кстати, параметры записи изменил. Теперь это не OBS, поэтому картинка должна быть получше. О, смотри, фламинго. Тем более, без проблем сейчас могу играть на ультрах настройках. Вот я недавно проверял, по крайней мере, тестил, все записалось просто отлично. До этого мне что-то надо было понижать, блин. Ой, все, блин, OBS для записи никогда больше. Так, надо следить за дорогой еще. Так, вроде бы я правильно сделал, что подвеску не стал понижать. Вот он. Почти доехали. Не, ну все, ну сейчас повалим, сейчас повалим, сейчас повалим. Хорошо. Я надеюсь, у него дневной. Я уже не помню. Я очень долго, давно не заходил в эту игру. Старт. А, хотя-то там же изменится. Даже если ночью, там просто типа будет визуал, что перевороты. С некоторыми нельзя. Да, готовы мы. Рич 125K, так. Чё, давай, блин, дрифт после андеграунда. Конечно. Чё, микрофон надо? Чуть-чуть. Так, давай вспомним, как здесь дрифт. О! Типа отпускаешь газ и... Ну, скорости надо больше, мне что? Зря, что ли, на корвет пересел. Во. Вылетаем, страс, конечно, это. Это из моих неумелых рук. Смотри, пробить можно щит еще. Откуда я на нее запрыгну? А, на тех. Не обращай внимания. Так, это было неплохо. Блин, не, ну... То ли потому, что я левой рукой управляю, то ли я не знаю, что за траблы. Но мне кажется, уже получше, слушай. Сколько я там? 100 набрал, да? Ты последний раз пытался дрифтить несколько серий назад. Так, йо.
Сейчас, может, чуть-чуть буквально вот ручника. Во, протянул. Не, смотри, не-не-не, получится сейчас. Сейчас получится. Лучше намного, на самом деле. 62%, 100 тысяч. Не, все, огонь, все, отлично. Отлично. Нет, все-таки, конечно. NFS 15 повлиял, я там чуть-чуть натренировался, мне кажется. Нисколько то, что я установил тут на дрифт-шины и... Это, конечно, тоже, безусловно, но... Это не только заслуги. Это все, блин, скоро засчитан. Это отлично. Изи. Довольно-таки изи оказалось. Что-то я тут парился. Слушай, чувак, я просто еду, дай мне насладиться наконец-то дрифтом, который вроде как у меня стал получаться в этой игре. Ну, что-то странно, скорости от этой машины я ждал побольше. Фига. Нормально, 170, слушай. Не ожидал. Хороший реворд. Йоу! Так, хорошие новости у нее пришли, сообщения, ладно. Что у нас? Старт. Так, наконец-то мы прошли дрифт, все. Оледин, я твое желание удовлетворил, прям вот со старта был дрифт только что. Блин, я не знаю, как его пробить. Это оттуда надо летать, наверное. Стой! Я думал, я заеду, я извиняюсь, очень ужасно. По идее, отсюда я подумал, но... А, смотри, сверху. Да? Получится? Слушай, давай попробуем это. Прямо сейчас. Плохая идея. Ладно, все, больше не буду тратить время на эту фигню. А давай посмотрим, чего дальше можно пройти. Так, желтенькое это у нас оффроуд. Это я помню. Это проходить сейчас не буду. Так. Следим за дорогой, да. Дрифт. Так, это только что я прошел, не путать меня. Что там для Анны надо было, кстати? Сейчас надо... Надо будет вернуться в гараж, чтобы у меня... Опять появилось больше этого... Чтобы я больше раз мог ремонтировать машину, короче, для копов. А то зажмут, блин. И я опять не смогу. Что странно, на самом деле. Может, кстати, вон те... Давай попробуй те дрифты пройти. Вот эти. Так. Сейчас я... Кстати, всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает. Надо вот самому пойти сейчас покушать и прибрусь буквально ненадолго и пройду вот этот дрифт серпантин. Блин, это было неожиданно. Я уже забыл, что здесь вода. Так, сейчас... Они такие, ладно, мы поедем. Тут псих бернаут устроил. Жесть, так, сейчас не... Блин, почему именно вот вид? Во, вот так лучше. А то прямо у нас на этих спидометрах. Да, в общем, и снова здравствуйте. Можно продолжать проходить. Поехали прям. Не, это эпично, они так развернулись неожиданно. Ай, блин, даже думал, не захочу запись отсюда, но придется, блин, оставить. Так, сейчас посмотрим, как хорошо она дрифтит по траве. Ладно, шучу. Смогу ли я достичь наш саркет, я очень извиняюсь. Нашу цель. В гору сложновато. Давайте не тяни, но чуть. Смотри, блин. Одна звезда, здорово. Получилось. Так, давай в другую сторону тогда.
Там наверху еще один. Ладно, давай его пройдем. Давай его пройдем. Давай. Попробуем. Так, зачем я сбросил скорость? Привычка ходить с ручником. Но в гору это такой себе. Так, давай здесь. Ну да, 22. Ну, было 25. Так, давай вниз. Сейчас кто-то другой. Трафик, конечно, помешает. О, чувак. Не, ну на этой машине прям вот можно. Ё-моё. Легко уходить от столкновений на самом деле. Блин, что-то меньше. Что-то меньше. Ладно, это все трафик. Ладно, все отменилось. Неважно. Давай сделаем этот. 45. Понятно, вниз. Так, с Рэмбоч амбуланс. Нет, блин, вниз легче дрифтить, так что усложняем задачу, да? Блин, в пайбаке тоже такая фигня. Ты можешь и вверх, и вниз дрифтить. Но я вообще подумал пайбак заново начать. Заново начать, заново пройти с вебкой уже, чтобы все было как... Ладно, чуть получше стало. Так, фламинго мой валяется. Давай его подберем и... И посмотрим, что делает дальше. Так, не хочу я на дрифталочь. Я за фламинго. Так. В смысле, где он здесь? Так, давай поищем. Так, стоп. Блин. Ты всегда ожидаешь, что врежется, но они, блин, здесь сбиваются. Ладно, это не собьется, смотри. Единственное каменное дерево в городе. Так, сейчас под мостом, вот он. Ага. Так, все, смотрим, куда отправляться. А, да, в гараж я хотел, точно. Можно сразу запрыгнуть, сейчас. Может, как-то делать. Гараж. Fast travel. Может, сразу тачка починилась у нас. Смотри, мы деньжат поднакопили. Но, надо определиться, с какой гонки-то я сейчас буду. Где ездить. Давай тогда... Не, оффроуд на этой тачке я проходить не буду, сразу говорю. Не надо. Не надо, не хочу. Давай траковые шины. Сейчас, скорее всего... Пару гонок-то проеду. И что еще здесь было? Вот это. Differential. On-road. Race. Ну и рейсовый давай. Погнали. Все, 300, блин. 300, неплохо. Что это такое? Пассив, актив. О, даже от копов, да? Что-то от копов. Давай. А это что? Радар. Дисруптор. Вот. Вот тоже. Damage Reduction. Все, давай. Все, я готов проходить и гонки, и гонять от копов. Давайте посмотрим, что будет. Так, ночной. По идее, чтоб с копами-то. Ладно, давай начнем с дневного. Давай с гоночек. Давно я гонки здесь не проходил, уже соскучился. Тем более на новой-то машине. Так, я уже надеюсь, что-то вот сейчас будет интересное. Может, не в этой серии, может, в следующей. По крайней мере, скоро. Так, стой! Что?
А, окей, все, ладно, ничего, это потому что я в онлайновом лобби играю. Блин, я испугался, что мне взяли тачку, сменили, а такой, чё? В смысле? Зачем вы это сделали? Не пугайте меня так. New race available. Так, вон чувак уехал из моего гаража. А, или нашего гаража. Так, смотри, тут фламинго, который... А, нет, взял. До сих пор не знаю, зачем мне нужны. Дилер. Шип. А что он делает, дилершип? Подожди. Давай посмотрим, если что-то у них можно достать, что-то сделать. Ага. Вот где берутся здесь машины. Но мне, в принципе, с моей сейчас хорошо. Блин, я из-за того, что пытался в сюжет там и так далее, я ни раз тут машин-то и не брал. Прикольно, нули. Так. Блин, ребят, я хочу свою тачку взять. Мастанг. Хочется свою машину. Ну, сейчас, скорее всего, не буду. Я просто на будущее. Блин, Эвик. На будущее просто. Skyline. Паршец. Кайман. Джипы даже. О, офигеть. Офигеть, в NFS вернулись джипы. Такого не было с Underground 2. Офигенно. Прикольно. Что это значит, знак этот? Да, раритетки. Так, тут можно посмотреть, да? Volkswagen. Что это за машина? А, понял. Не совсем видно отсюда. Стоп. М5. Блин. Надо будет. Так, ламбочи, еще по ламбочам. О, смотри, GT3 RS. И хочу. Мне недостаточно того, что у меня в NFS 15 есть. Хочу и здесь взять тоже. Хочу. Феррарки. Так. Тюрбо. Так, ламба. Блин, не, здесь она прям... Хочу её. Так, нужен 28-й левел. Хорошо, я понял. Блин, чё там по стоку? Обещают. 3.2. Ну, я в этих не разбираюсь. Вы мне напишите horsepowers. Will status. О, 631. Даже больше, чем в 15-м версии-то. Авентадор. Может, и Авентадор возьму, кстати. Тут почем? 730. Угу. Блин, гоночный Мурсилаго. А, не, гоночный Авентадор. 759. Его даже можно. А, его можно так оставить. 759. Ага. Блин, не, классно. Макларен не хочу. Слишком большие мощности, блин. Блин, 1500, это все настроенный. Кёнигсек я попробовал. Чисто для прикола. О-о-о, смотри, что здесь есть. Underground 2, тачка Рэйчел. Офигеть. О, смотри, Эдди. Эдди. А, когда закончишь... подожди, чё? Не, у меня мысли переключились на NFS 15, когда закончишь Эдис Challenge, причем здесь это. Смотри, легендарная машина здесь. Офигеть, прям она. Но надо карьеру пройти, ну... Блин, вот не дадут тебе нормально погонять. О, тачка из начала игры. Нет, из начала игры как не очень интересно, блин, 700 сил. А, угу. Ладно, в общем, ждем повышения уровня. Я беру себе Porsche, Lambo. Ну и что-то из простых тачек тоже хотелось бы. Чтобы прямо настроить самому.
маслкар и раскачать его до 1000. Блин, здесь столько вариантов. Короче, я не знаю, пока подумаю. Все. Я тогда хотел заехать, мне сказали, закрыто, я поехал сюжетки проходить. Поэтому так и получилось. Так, карта. Куда поеду? Куда поеду? Вот, и можно будет пройти гонки вот на слабые. Марлин, давай. Хочу. Так. Пройдем это, а потом посмотрим. Чё ж не BMW попадается-то под колеса. Пройдем это, а потом посмотрим, что дальше по сюжету нам предложат. А потом, возможно... Нет, следующей серии не обещаю. Ну, короче, в скором времени обзаведусь своей машиной. Пора боже. Сейчас еще посмотрим, что по... Опять зеленый, да, открылся там? Что-то у него надо пройти. Дрифт. Опять возвращаться в гараж, опять менять колеса. Ладно, дело... А, кстати, не, в гараж можно не возвращаться, можно прям... На месте, да, я забыл о такой возможности здесь. Ладно, сперва давай это, а потом опять взгляну на карту и посмотрю подробнее, что там было. Просто мне сейчас гонок хочется. Так. Челлендж шоу. Слушай, да? Давай. Посмотрим. Посмотрим, кто ко мне присоединится. Блин, я здесь такого не пробовал. У меня почему-то онлайн-игра скидывала игру, короче. Тут смотри, даже не обязательно стоять. Я могу отъехать. Так, пятачок делает. Корвет. Да, смотри. Отжигает. Ну... Блин, да всегда в BMW попадается мне. BMW. Смотри, я прям магнит для BMW. Так, ну чё, никто, да? Ладно, все, погнали. Play solo. Ну да, да, приехал я на своем корвете. Ну а чё, он открылся, я взял. Сейчас, короче, изи. Изи такая победа. Блин, не, ну, хочется на тачку попроще все-таки. Блин, какие здесь сокращалки, конечно, можно устраивать. Это просто смешно. Так, я пытаюсь дрифтить на... Не дрифтовых настройках. Смотри, как что делает. Ну а чё, почему бы и нет? Так, подожди. Какие тут виды, я уже забыл. Так, это типа экшен, не? Просто... Ну, смотри. Какое-то сражение есть. Так, вот это экшен вид, по идее. Да. Не, ну он подбешивает так немного, если честно. Не очень, ну, конечно, экшен-экшеном. Прикольно, я ничего не хочу сказать, но все-таки нет. Да, вот так, с немножко дальней камерой. И не надо расслабляться, думать, что у нас корвет. Супер корвет. С... Кстати, я не посмотрел, сколько лошадиных сил я сделал ей. Но надо... Ехать. Блин, управление полностью левой рукой. Я зод там, мизинцем нажимаешь клавишу. Как-то не странно сделано. Не сказать, что это очень неудобно. Нормально я справляюсь, спокойно. Мне не хочется менять управление.
Но все равно странно, что так сделали. Так, не хочу никого подбивать, но... Как-то проигрывать скайлайном, когда ты на такой машине, это очень странно. Йо. Фига, я вылетел, стой. Чё? Пятые? Это невозможно. How it is possible? Так, ну чё, где азот? Чё не копился? Всякие там фокусы. Ну а чё, если даже я приеду не первым, это не будет абсолютно проигрыш, ладно, пофиг. Не хочу рестартовать. Нормально. Нормально даже так. 22 тысячи, нормально, хорошо. Чё за спины? Уровни мы подняли, по-любому. Так. Да все, не отвлекаться на... Просто очень хотелось гонку пройти. А, как здесь... Зум. Смотри, куда он переместился. Сюда. Driving Story. Блин, можно вообще было дрифт на другой тачке, но... Так, чё ей надо? А, 19 уровень набрать. Хорошо. Я на 19 уровень. Так. Смотри, сколько новых открылось. Офигеть. Блин, а если я сейчас куплю новую машину, ее же придется опять под репутацию прокачивать. Блин, Ламбочи рекламируют мне. Молодцы, чё. Значит, я опять в гараж. И... Стримлайнер. Опять... Подожди, это открытый гараж? По идее, должен быть открытый гараж. Погнали. А, стой. Хотя, не стой. Fast Travel нужен, потому что далеко ехать туда. Так, смотри. Кстати, что тут по... Ой, извиняюсь. Что-то по следам. Так, не похоже, чтобы следы оставались на грязи, только шины. Только черные следы от шин. Что странно, на самом деле. Так, смотри, сделаем вот так сейчас. Перформанс. Во, и прямо здесь сменим. Потому что здесь можно просто сменить, не заезжая в гараж. Не то, что что-то новое мы покупаем, да? Так, вот они. Стой. Дрифтовые. Вот, теперь мы более в дрифт. Это что дает? Это acceleration понижает, зачем оно нам надо? Ладно, это я сделал. Прикольно. Так. Ладно, все. Едем на чувака в зеленом ромбике. Пять BMW. Что будешь делать? То ли их прям запихнули сюда, что здесь одни BMW, то ли я по счастливой случайности их магничу на самом деле. Блин, Corvette Magnetic BMW. Так,
Куда-то мне вообще наверх предлагают ехать. Поехали наверх. Да, ну смотри, прям валит. Не, прям настройки все-таки тоже. Так. Что-то, ребят, собрались куда дрифтить. Фига у них движки. Как им написать, как их на челлендж вызвать можно? Не, вряд ли они, наверное, в своем лобби. Хотя, если я их вижу... Ладно, слушай, я не знаю, как... Вот, смотри, я движок выключил. Так, ладно. Ладно, ладно, потом разберемся. Может, какую-то кнопку там можно, но сейчас не об этом. Сейчас у нас дрифтер. Let's go, let's go. Блин, смотри, у него какие развалочи там. Уэйна. Не, все, давай так. Эта серия будет посвящена максимально дрифту тогда, если с ним сейчас... Это еще следующее можно будет. Ой. Hey, this might not be carbon turns on the ice, but it's pretty damn close. Even closer since you started pushing me. Sounds like we got a competition on our hands. Oh, we do. Так, а в следующий я уже куплю себе машину. Блин, Noise Bomb, он прямо из Pro-Street'а. Right turn coming up. Right turn, ну, хорошо. Я тебя понял. Опять BMW. Едем, едем мы направо, я все понял эти. Loud and clear. Left turn up ahead. Так, ты чуть пораньше можешь предупреждать только. This is the place. You know, this track knocks a lot of good drivers on their ass. I'm real curious to see if you're one of them. Рездён... Не, ну ни о чем, да, 90K? Сейчас посмотрим. Даже непривычно, что один соревнуешься в дрифтах. Почему нельзя было дрифт вместе сделать? Как в том же NFS 15-м, так. Надо как научиться тянуть. В NFS Underground 2 тоже можно было надрифтить вместе. Не, ну вполне себе изи, на самом деле. Да, я мог здесь лучше въехать, но... Я все еще здесь не привыкну к дрифту. Во, что-то типа того было. Здесь. Во, вот это мне нравится. Ну, смотри, больше 30. Больше 30 за круг. Во, смотри, хорошо. Ну, почти, если бы как-то смог протянуть подольше. Так, тут обязательно с ручничком. Не, все, прям дрифт. Прям дрифт в дрифт. Прям наконец-то я могу сказать, что наконец-то, блин, я могу здесь спокойно проходить дрифталочи. Так к управлению немножко прыгнуть еще. Что еще больше я могу сделать? Но еще попытаюсь еще. У нас только второй круг, что-то от меня хочешь. Но я бы не сказал, что зацвет не совсем все.
Не получается. Что это такое? Не, я не с тобой. А, не знаю, я не видел котиков. Подожди, сейчас доеду. Нельзя на паузу поставить, нет. Да они все просроченные. Так, ладно, 100 тысяч получил. Куда он уехал? Не знаю. Да ладно, всего 100 тысяч, чувак. Ой. Я мог и лучше, на самом деле. Drift Real, да, который только что прошли. Так, посмотрим, если сейчас... Открылся у него третий, или надо немного подождать? По идее, должно быть сразу. Или все, да? С ним все получается. А, ну тогда все, смотри. Ну, она предложит оффроадцы проходить. Сейчас, я хочу найти еще один рифт все-таки. Раз уж так пошло. Так, дрифты, по идее, это вот эти вот, да? Сейфхаус, блин, еще открыть его надо. Да. Угу. Так, смотри, этот еще. Поближе чуть Hurricane Fly, блин. Так хочется его на ураганке пройти. Мне хочется этот пройти здесь. Или нет? Сейчас посмотрим. Ладно, давай все-таки этот, потому что тут ближе мне переместиться. Давай, погнали. Вот пятачки отжигали у моего гаража. Voice available. Так. Где он? Так, если я поеду, типа, чуть левее, прямо туда еду. Ладно, давай GPS все-таки. Чтобы не заблудиться, даже если здесь близко. О! Сливаются с дорогой, блин. Отвлечешься чуть-чуть. Fly. У нас сейчас будет этот Corvette Fly, Chevrolet Fly. Какой-то таргет 120, 150. Растем, смотри. 125, 90, 150. О-о-о-о-о-о. Красиво. Шлагбаум или что-то. Блин, вот это вот нормальные трассы дрифта, вот такие. Разогнался на 140 и гонишь. И валишь. Во, так надо. Так. Красиво, на самом деле, на побережье. Я ждал, что будет какая-то другая локация. Но удачный выбор. Опа. Сейчас слетел. Вот и сюда. Ладно, еще будет. Еще будет два круга. Я смотрю, ну, изич 70. Между прочим, уже на первом кругу. Это очень классно. Конечно... Можно еще и тачку для дрифта взять. Еще какой-нибудь.
какую-нибудь свою. Ой, трамплин здесь. А я перелечу сейчас? Да, хорошо. Ну, вдруг. Ова, блин. Нет, это еще... Да, это все. Ну, блин, почти 90 за кружок. Это очень даже... Очень даже. Я в шоке. Травки. Вот, смотри, ну почти. Блин, не сбивали бы здесь деревья. Конечно, с одной стороны хорошо, что можно продолжать ехать, но с другой стороны очень странно. Очень странно, я еще не могу к этому, блин, привыкнуть. Я знаю, что во всяких форзах уже давно это фича, но все равно. Не, ну 150 за 2. Если бы было бы здесь только 2 круга, я бы чуть поволновался, а так... Но все равно хорошо. Раньше ничего не получалось, а сейчас вон как... Не, здорово, все замечательно. Я очень рад, что открылся Гарвет, что... Что как-то натренировался, вот действительно, блин, красотулька. Натренировался на своем Porsche GT3 RS. Так, все называю по-английски, а 3 по-русски бывает. Смотри, красота. Протянул руку помощи. Развальчик маленький. Тоже помогает. Вот здесь, наоборот, развал помогает. Так что это все развалы и здесь тоже. Опа. Ладно, будем считать, что этого не было. Так, ну, почти красиво, приемлемо, я скажу. Ё. Ладно, под конец такое себе получилось. Так, чуть занося. Да, отлично, блин, здорово, мне нравится. Нравится, на превьюху пойдет. Так, скоро 220, это очень хорошо. Это очень здорово, замечательно. Да, стой, подожди, зафоткаться надо, блин. Как первый раз. Фотка, выложить в историю. Да. Так. Что там по карте, я уже посмотрю. И еще один дрифт открыт, блин, 350 тысяч у нас. Вот как раз купить машину, прокачать ее. Прям аватар ездит. Так, ей нужен 19 уровень, который я так просто не добью, если ночные не проходить. Поэтому сейчас мы выйдем обязательно в ночь. Обязательно, скорее всего, возьму тачку свою и куплю. Поэтому прямо сейчас даже делаю fast travel, да. А потом ночью будем добиваться 19-й репутации опять. Не обещаю, что там будет с копами 3-й уровень и с ним гонку, но хотелось бы попробовать на самом деле так сделать. А пока... Всем спасибо за просмотр. С вами был Тео, вы были на канале Тео Геймс. Всем хорошего настроения. Всем удачи и всем пока.